прыжки на лыжах с трамплина. Воспользуемся возможностями кино и продлим на экране эти удивительные мгновения полетов на лыжах. Коба Цакадзе, участник 4 зимних Олимпийских игр и наших спартакиад. Его прыжки всегда отличались прекрасным стилем. В родном Бакуряне в дни спартакиады замечательный грузинский спортсмен-ветеран прощался с большим спортом. Прыгает ленинградец Анатолий Жигланов. В соревнованиях с большого трамплина молодой спортсмен дважды совершал прыжки за отметку 100 метров. Анатолий Жигланов впервые стал чемпионом.